С 18 по 24 марта на территории Ульяновской области задержаны 34 водителя за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, в том числе 8 водителей за повторное нарушение. Всего сотрудниками госавтоинспекции в текущем году выявлено 339 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельства на состояние опьянения. В том числе 55 водителей были задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Отметим, что водителей, которые систематически управляют транспортными средствами без прав с 2022 года, усилена уголовная ответственность. А если за рулем оказался автовладелец, его ждет и конфискация автомобиля. Сотрудники госавтоинспекции вместе с представителями РЖД и дирекции безопасности дорожного движения провели профилактическую акцию «Внимание, переезд!». За прошедший 2023 год на территории Ульяновской области на железнодорожных переездах произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых 3 человека получили травмы. В остальных ДТП транспортные средства получили механические повреждения. В текущем году зарегистрировано 1 подобное ДТП без пострадавших. Главная причина ДТП на переездах – нарушение правил дорожного движения. Во время проведения акции сотрудники контролировали движение потока, провели профилактическую беседу с водителями и вручили памятки. В Лаишевской средней школе сотрудники госавтоинспекции и дирекции безопасности дорожного движения провели урок дорожной безопасности в школьных автобусах. Детям рассказали о правилах поведения в салоне и перехода дорог, значении знаков и сигналов светофора. Школьники получили световозвращающие браслеты, а с водителями автобусов провели разъясняющую беседу, проверили документацию и техническое состояние транспортных средств.